В Сыктывкаре продолжают бороться с нелегальным тюнингом автолюбители. Сразу несколько экипажей управления ГИБДД несли усиленное патрулирование центральных улиц столицы. Подозрительные машины с модернизированной светотехникой, выхлопной системой, большими колесами и люфтованной подвеской тут же останавливали. Проверяли, насколько они соответствуют требованиям технического регламента безопасности транспортных средств. Что теперь грозит владельцам, изменившим заводские характеристики своих авто, знает Антон Булаев. Водитель 14-й. Справа ищем место для остановки. Прижимаемся. Эту тонированную «Ладу» инспекторы сразу примечают в потоке машин. На Октябрьском проспекте нарушители останавливают. Тонировочка у вас есть небольшая? Есть, да. Согласен. Что с дисками у вас? Ну, завод-изготовитель на ваше транспортное средство сказал, что не должны быть диски больше 13-го радиуса. Большие литые диски 16-го диаметра, низкопрофильная резина, не соответствующая заводским размерам, а также черная тонировочная пленка, нанесенная на лобовое стекло и передние боковые окна. Эти нарушения инспекторы отметили в протоколе. Водителю выписали штраф и попросили устранить незаконный тюнинг в 10-дневный срок. Водитель Нивы, справа ищи место для остановки. Огромные колеса, лифтованная подвеска от УАЗа, стальные силовые бампера с лебедкой. Выглядят все эти изменения весьма брутально. Модернизированная Нива явно не спасует перед любым бездорожьем. Вот только передвигаться по дорогам общего пользования этому чуду инженерной мысли запрещено. Об этом инспекторы рассказали владельцу, о чем он, видимо, даже не подозревал. Напишем вам небольшую бумажку в размере 500 рублей штрафчик за то, что переоборудовали транспортное средство без согласования с ГИБДД. Ну, переоборудовать это мало. Самое главное, не управлять таким транспортным средством. То есть, если вы двигаетесь по дорогам общего пользования, транспортное средство должно соответствовать нормативам. Нива у нас никогда на таких колесах и на таких мостах лифтованных не выходила с завода. Большие проставки, все остальное. Все понятно, нет тут. Это довольно-таки приметный продукт отечественного автопрома инспекторы останавливают на улице Димитрова. «Жигули» без глушителя, но с раздвоенным выхлопом, который ехал чуть ли не на днище, техническую проверку также не проходят. Подвески-то вообще, наверное, на машине нет? Нет, сейчас нет. А с глушителем что? Дорожный просвет должен быть не меньше 14 сантиметров. Понятно, да? Все, что ниже, вот вы сейчас сами говорите, что у вас подвески вообще нет. Что там, пружин нет или ничего. Вообще ничего нет? Вот как вот вы допустили? То есть вы сами действительно это убрали и решили проехаться? Да, просто буду. А вы в курсе, что водитель до начала движения обязан обеспечить управление исправным транспортным средством? Ну, исправно в принципе. Полицейские замерили клиренс автомобиля. Он не превысил и 7 сантиметров. Нарушителю также выписали штраф и потребовали в ближайшее время устранить незаконный тюнинг. Молодой человек пообещал привести «Жигули» в первозданный вид. В данном случае эксперимент, так скажем. А так это делается, ну, красиво, стильно. Мои объяснения. Самое тонируется это, чтобы... Ну, для меня тонировка это как бы для того, чтобы... Ну, ты едешь, стоишь в пробке. Допустим, не знаю, погрызть ногти там нужно, поковырять носу. И как бы на тебя все смотрят, это некомфортно. И поэтому, да, я тонируюсь. Данная категория граждан, как уже говорилось неоднократно, она беспокоит жителей нашего города. Во-первых, тем, что, ну, занижая подвески, они снижают скорость транспортного потока. Те же самые тонированные машины не замечают пешеходов на пешеходном переходе, что влияет всецело на безопасность дорожного движения. Только за 3 часа операции полицейские выявили десяток водителей, которые внесли существенные коррективы в конструкцию своих железных коней. На устранение нарушений у любителей нелегального тюнинга теперь есть 10 дней. Затем владелец обязан снова показать машину в подразделение ГИБДД. Если этого не сделать, автомобиль снимут с регистрации, и он станет просто куском ненужного железа.